Однажды Фрэнк попросил меня заглянуть в бар. Он сказал, для меня есть небольшая работенка. Том, у нас на подходе два грузовика с первосортной выпивкой из Канады. Сэм отправился за ними на место встречи. Это на одной старой ферме за городом, и нам нужно доставить груз в город. Я посылаю два грузовика, на одном из них поле. Хочу, чтобы ты отправился с ними и проследил там за всем. Просто для верности, чтобы все прошло гладко. Возьми у Ральфи машину, с Поли встретишься на нашем складе. Приедешь туда, и Поли выдаст тебе оружие. Окей, Фрэнк. О, встретись с Поли на складе. А что стоишь? Так что у нас на сегодня, Ральфи? Привет, Том. У меня для тебя новая машина. Сейчас, подожди, субтитры надо нам включить, нахуй. А где субтитры? Их нет. Ладно, похуй. 65 лошадиных сил. И если до отказа утопишь педаль, то выжмешь миль 75. Да? Ну покажи свою ласточку мне. Что за транспорт? Они поставили на нее новый замок, но это не беда. Смотри. Ха. Видишь, это очень просто. Можешь взять эту машину или другую, старую, как хочешь. Давай. Спасибо, Ральф. Я это мало зачем обрезал. А, удержишь нас, забыл. А чё мне, блядь, полностью скрыть её не можешь, что почему я должен постоянно скрывать каждый раз? Хопа, как всегда загрузка, загородная прогулка. Да, охуенно. У нас охранка прошла. Да, правильно я говорю. До конца. И наверх, и там через мост. И все будет шикардос. А в какую сторону ты именно поворачиваешь? Вот. И там будет направо мост. Короче, мне кажется, что сейчас тоже будет бойня, ебать. Это хорошо, лучше, чем гонки, которые тебе были. Они мне столько нерв попили, чуваки. Столько нерв эти гонки сами мне выпили. Это просто нереально, ебать. Здесь в этом тоннеле нет мусорков? Да, по ночам они тут не питаются. Хотя зачем им постоянно не в этом тоннеле, а шароёбиться, что они тут делают? Сейчас куда, в какую сторону? Спасибо, что развернули, да? Родина тебя не забудет. Бля, это через весь остров хуярит, ебать, туда, ёбаного. Что так жестко-то? Ну, ладно, в принципе, пока по прямой чесать. А их в задницу надо. Откуда ночью мусорат ходит он в этот самый дождь? Без зонта. Даже не боится, что может простудиться, сука. А, сюда точно. А,
А, точно, там же можно было на перекосом, а не в тени нихуя. Не можно. А, ну да, можно. Почему бы и нет, да? Столько пути слежем. Отлично. Считай пол рай, пол этого острова, да, слезан. Ну она не 70 вытягивает, блядь. Чуть поменьше. Сюда. Так что-то отвалилось от машины, блин. Да и хуй. Потом направо. Это будет, потому что там конец карты. Налево будет город. Они меня собрали сюда. Вот сюда. И все вырядит. Да, я и сдох даже за бор, хуй задел левым крылом своим. Эй, Томми! Едем на ферму за городом, заберем пару грузовиков отличной косорыловки. Тебя отправили с нами на всякий случай, но вроде все должно пройти гладко. Тебе не надо ничего делать. Парни загрузят фуры и поедем домой. Сэм уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду везти. Купом заплачено, так что не о чем беспокоиться. Да что ты. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Это где такой закон был, блядь? Поехали. Такие четкие грузовики, отполированные хромом, ебать, видел? Кабинки. Чистый изис. Может все-таки перемотать, мне как бы впадло смотреть, как грузовики едут. Спасибо. Загородная прогулка, загрузка. Канадский. Природа, никаких тебе стрессов. Надо бы почаще это делать. Только лучше днем. Ты-то предпочел бы нам Сару, дочку Луиджи, так? Она твоя ночная смена. Ну что ты можешь об этом знать? То же, что и все остальные. Даже Луиджи знает, что ты за ней ухлёстываешь. Думаю, чтобы он очень возражал, в конце концов, ты спас ее невинность. Держу пари, что ненадолго, а? Усохни, Коль. Ты что, свечку держал? Ладно тебе. Я шучу, она хорошая девушка. Вы друг другу подходите. Вот уж в чем не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю. Знаешь что, дорогой? Работа сегодня была не в проворот, 10 клиентов завалил. Тебе же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь вести себя так, как думают о нас газетчики, ей будет плевать на все это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормальным? Всю жизнь скрывать от жены, кто ты есть на самом деле? Да не дергайся ты! Черт! Что стряслось? Сэм должен был ждать здесь, а его нет. Пахнет жареным. Слышь, мы подождем здесь у грузовиков, а ты тихонько сходи, проверь, что делается. Спасибо за доверие. Возьми с собой пару берю. О, это двухстволочка, блядь. Небольшая такая локация здесь открывается. Нихуя, не надо что-то. Да, мафия это хорошая игра, мне нравится. Даже аж первая, вторая, блядь. Третья, говорит, говно. Я третья не играл.
А, ну я не потянет, я не понял. Но... А, тут может пройти, блядь, и нажимать перепрыгнуть. Да, ничего не открывается ничего. Ну, тут, конечно, дымо, блядь. Какой-то фен нахуй. Патрик, ну что за? Ну, кроме ящиков ничего нету. Чё тут внимание дала? Это чудно. Вот это вот папа. Да, ничего нету, не смешно. Кого надо найти-то? А, вон что есть. Готов, чувак. Господи! Твой друган заболел! Кто вы? Вы из полиции? Мистер Морелло и шериф хотели бы передать привет и сообщить вам, что с этих самых пор они берут на себя эту работу. Нихуя вы не люди, ебать. Что? Не видать никого пока. Одесса мне. Опа. Видел тебя. Блять, сзади меня обошли. Она. Ты меня не переоценил просто. Черт. Вижу тебя. Давай вообще так. Ну ты крыса. Сука, крысы-то какие-то, посмотри. Течка. Отлично. Что ты забыл, а? Мне пальцы сколько не нужно. Бать, у меня этих кольков. Почему нашли? Ты еще живой, сука. Вот черт. Патри, да. Я, а как это стать патристом? Вот, сука, ты прикинь, забаговался, блядь. Все, это сарай зачислено, нахуй. Машинка, нахуй. Можно идти далее. Блядь, подожди. Что-то еще не все, я сорвал. Вот это палка, я не знаю. Тут черенок странно как-то торчит, блядь. Непонятно как.
Есть кто? Вроде нет. Что, самый сильный, что ли? Ебать! Охуеть, 25 хп. Блять, я, сука, даже не мог предположить, что отсюда где-то может выскочить. Дайте аптечку, собаки. Никто не выйдет больше. Давайте. Вот. Бля, хп мало. Они все мертвы. Что? Ребята из грузовика, они убиты. Всех прикончили. Что? А как же Сэм? Его ты видел? Нет, не видел. Но там есть запертый сарай, он может быть внутри. Без него мы не уйдем. Надо вернуться и найти его. Ладно, вернемся. Только сперва надо найти лом или что-нибудь в этом роде, чтобы выломать дверь сарая. Ладно, пошли. Бля, я там видел лом где-то был. Может, это черенок есть, тут лом? Бля, мне хп нужно, пиздец, да. Очень прям. Прям очень. Да, блин. Спасибо. А, в этом сарае, по-моему. Давай, здесь должно быть что-нибудь, чем можно было выпить. Не знаю, там. А, то есть я взять его не могу, а ты можешь, да? Ну, нормально, блядь, подход. Этот сарай, да, у нас не скрытый вместе. Где ты? А, вот, ты здесь уже, реально. Давай, я готов. Игра сохранена, отлично. Бля, главное, чтобы не жахнули сейчас, сука, там по-любому кто-то будет, блядь. Пошли! Отлично, в упор получил, пизду. Все? Все сдохли. Бля, патроны максимум у Кольтана. Я тебя голыми руками порешу! Те контроллеры, на. Может быть, да. Не, никого нет? Здесь. Сэм, что они с тобой сделали? Ты еще жив? Просто оказался не в том месте, не в то время. Вот что. Ты можешь идти? Пожалуй, не слишком быстро. Ладно, держись, я подгоню грузовик. Мы отвезем тебя к врачу. Потерпи, Сэм. Том, останься с ним, я вернусь скоро.
Все будет в порядке, Сэм, и не такое случалось. Правда? Ты думаешь? ХП еще вообще нихуя. Поле уже едет. Том, я так не думаю. Это не грузовик. Вот дерьмо. Ну, сарай, ёпта. Нихуя он улетел, ебать. Бросай оружие. Куда стреляет? Чё, а кто помер? Бля, ты помер, короче. Давай друг друга, ладно? Пусть заходит, ладно. Дела. Да хуй знает, кто-то умер. Пошли. Ой, теперь у меня ХП нет. Давай, давай, хуяр, где хуй, хуяр. Ебать, они тупые. О, апчик. Я не увидел сразу. Спасибо. Можно перемотать? Что они с тобой сделали? Блядь. Просто оказался где-то вместе. Не в то время. Вот что. Ты можешь идти? Пожалуй, не слишком быстро. Ладно, держись, я подгоню грузовик. Мы отвезем тебя к врачу. Потерпи, Сэм. Том, останься с ним, я вернусь скоро. Давай, давай, блин. Все будет в порядке, Сэм, и не такое случалось. Правда? Ты думаешь? Так, сейчас мусора поеду. Поле уже едет. Том, я так не думаю. Это не грузовик. Вот дерьмо. Подойдет, блядь. Что здесь творится? Том, ты жив? Иди сюда, помоги мне. Че? Да здесь была бойня. Все, четыре был. Минут через сдохли, пацаны, понял. Похоже, они хотят совсем стереть нас с лица земли. Да? Но это будет не так-то просто. Сэм наверху, он в порядке? Ага, в порядке. По крайней мере, хуже уже не будет. Ладно, я заберу его. Постой на шухере. Сэм, это я, Полли. Вставай, пошли домой. Ох, надо к доктору. Я неважно себя чувствую. Похоже, что-то подцепил. Думаю, ты прав, у тебя немного течет из носа. Сэм, тебя положим в кузов. Том будет с тобой на всякий случай. Ладно. Том, давай с ним и следи в оба. Вот Томпсон, вдруг понадобится. Понял. Поль, похоже, у нас тут еще гость.
Том, сзади Томпсон и немного патронов. Сныкайся за ящики и приготовься. Стреляй, как только они будут позади нас. Следи, чтобы они нас не обогнали! Понял, блядь. Контрольная точка на здесь была. Кто нахуй? Ебать, 50 пуль, ебать. Где еще? Вижу еще я выделил. Что такое живучий-то? Спасибо. Бля, видишь, как они аж дорогу уступают, в обочину заезжают туда. Все в ажуре вообще. Все четко. Четко. Следующий, блядь. Сюда нахуй. Лошкины. Бля, у меня патроны кончаются. А, все уже. Четко. На изи. Мы на месте. Том, готовь Сэма. Я пойду разбужу Дока. Сэм! Мы у доктора. Боже, Полли, это ты? Что ты тут делаешь так поздно? Добрый вечер, док. У нас тут был несчастный случай. Нужна ваша помощь. Ладно. Где он? Несите его внутрь. Ага. Это наш доктор. Он не задает вопросов, и Сэм будет в надежных руках. А ты уверен, что это не какой-нибудь мясник-недоучка? Еще бы, он лучший врач, которого можно нанять в этом городе. Если тебя ранят, ты еще спасибо скажешь, что он у нас есть. Ладно, надеюсь, он позаботится о Сэме. Хорошо, что все кончилось. Сэм еще легко отделался. Поймаю ублюдка, который нас так поставил. Оторву башку. Похоже, у кого-то мы в печенках сидим. Верно замечено. Не знаю, как ты, а я бы пошел врезал по маленькой. Когда Дон узнает, что случилось, работы будет чертова прорва. Это же настоящая война. И это нехорошо. Это крайне фигово. Ну ладно, доброй тебе ночи, Том. Спи спокойно. Или хотя бы постарайся. Загородная прогулка еще продолжается. Ты что мне делать? Ну, поехали. Куда ехать? Бля, мне еще надо покинуть этот сектор. Сюда. А куда ехать-то надо? Метки даже нет, бля. Меточку хотя бы дали бы. Где метка? А, вот я прямой доеду.
Метки не видно, нихуя карта не двигается, блядь. А, там вообще тут прикольно. Мне какими-то способами непонятными карта пытается двигать, типа, блядь, как, каким-то зигзагом, а я сейчас по-умному сделаю по прямой, ебать. Он сейчас дает эту дорогу. И по прямой, нахуй. Какую вот в эту часть. Куда там перекрыто, дорога строится. Получается, что вот. Главный мост открыт, да, у меня так понял? Да. Я вот что-то не могу понять, куда мне надо ехать, блин. Барсельер или нет? Это очень нормальный, мне нравится. Блин, даже метки нет, куда хуяли. Пиздец. А может Барсельер надо ехать? Давай Барсельер, куда-то еще-то ехать. Бар Сальери съездим, посмотрим, что там за кипиш. Все. Хорошо. Так. Где здесь рейд? А, да, обычно здесь надо сливать. Пора уж запомнить меня, блядь. Так, и тут... Что вроде бы? Да, еще дальше. Бар Сальери у нас находится вот сюда направо. И вот здесь вот находится. Прям недалеко. Надеюсь, мне сюда надо, потому что метки у меня больше как таковой никакой нету. Вот. Да, сюда. Умерта. Хуже вчерашнего с нами еще ничего не случалось. Мы потеряли 8 человек, весь груз. И Сэм даже не может встать. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Он уже привлек на свою сторону прокурора. И тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. О, сука. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови, но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил пожизненное. Эти конторские книги дадут прокурору кучу улик против нас. Но без Фрэнка... Они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, должен пришить Фрэнка? Больше 20 лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил омерту. Не знаю почему. Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нет тут других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих и узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Они контактируют с копами и с судом. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайна-тауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Копишь? Понял. У Фрэнка будет охрана, так что сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него, где книги... Убей его. Ладно, босс, как пожелаете.
Удачи, Томми. Пушку возьмешь у Винченца, машину у Ральфи. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Все на мне держится, блядь. Черт подери, что ты натворил, Фрэнк? Ты же был мне как брат. Ну что, чуваки, на этом сервис заканчиваю. Продолжим в следующей серии. Будем искать очкастого крысу, предателя. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.